Жуткая трагедия разыгралась в доме по улице Мира в ночь субботы на воскресенье. Молодая мама собрала у себя целую компанию собутыльников, 9 человек. На глазах у троих малолетних детей, 2 месяца, 3 и 4 лет, они устроили гулянку. Вот именно, что они там хорошо, наверное, бухнули. Мой сын пришел, оттуда же тоже, часть ночи пьяный, средний. А, ну, там они продолжали пить вовсю, наверное. Наверное, всю ночь пили. Если в час пришел сын. Под утро грудной малыш заплакал. По версии следствия, 25-летняя Анастасия взяла его на руки, чтобы успокоить, а после запихнула в печь, где еще горели угли. От полученных ожогов ребенок скончался. Друзья по бутылке и дети в это время спали. Когда молодая мама поняла, что ребенок умер, она сообщила соседям. Конечно, передернуло все. Он зашел к нему, она его на руках уже держала, там, в одеяле укутана. Ничего не могла же сказать, она ревела, плакала и укачала. Односельчане обсуждать с посторонними людьми дикую историю отказываются, ведь некоторые из них могли находиться на месте преступления, гуляли большой компанией. От причастности к убийству молодая мама отказывается, хотя изначально дала признательные показания. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. А в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Как рассказывает дядя, подозреваемая в убийстве собственного сына девушки, который, кстати, тоже отсидел за убийство, племянница росла без родителей. Из-за пьянки их лишили родительских прав, а когда девочке было 12 лет, отец и мама умерли. Опеку над сиротой взяли чужие люди, но после отказались. Когда девушке исполнилось 18 лет, ей, как сироте, выделили дом. Одного за другим Анастасия родила 3 детей. Воспитывала их одна без мужа. Жили на детские пособия. Сейчас следователи выясняют, была ли неблагополучная семья на учете у социальных служб. А маме детоубийцы грозит срок от 8 лет до пожизненного заключения. Виктор Бура, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.